Начинаем студию после матча между «Регионсталью» и «Крысиной норой». 2-0. Победа «Крысиной норы». Клим Чигаров и Гога Танаян сегодня в студии. Клим, поздравляю с победой. Сухая победа над сильным противником, пусть и не в оптимальном составе сегодня играли. Но мне кажется, что все равно какое-то неудовлетворение у футболистов было. И Обравчук, он видел после матча, что там разъярился, начал кричать в концовке. Прокомментируй, как тебе матч, понравился ли в целом? В первую очередь, спасибо «Регионсталь» за игру. Второе, спасибо моим парням. Очень хорошо отыграли. Сложно по жаре. Виталий Бравчук в конце был недоволен. Но у нас, к сожалению, не до конца люди понимают правила замены на чужом мяче. И когда мы 3 минуты у нас нету нашего мяча, ни нашего аута, ни нашего отворота, я не могу делать замены, парни. Я их не могу. Поэтому каждый, кто орет, и вот эти новые придумки, что у человека травма, мне это как руководителю не нравится. То бишь, если сейчас каждый игрок будет любую секунду говорить, у меня травма, уходить с поля и выходить через минуту обратно, я считаю, это не совсем правильно, потому что мы сейчас можем так сделать, и это будет прецедент, что так будет делать любая команда, когда им это нужно. Это нельзя так делать, это не нужно. Поэтому я ждал, когда будет замена. Нет, я про своих, про своих. Вот. А могу сказать по поводу «Регионстали», очень плохо они сыграли. Я так предполагаю, со сбором большие проблемы. Было видно по самому Гоге, то, что обычно, когда он стоит на бровке, ор на, все, на весь политехник. Сегодня он в втором тайме даже, в принципе, я даже не слышал ничего справа от себя. Мы должны были забивать намного больше, прям, когда я такой первый раз увидел, что мы катим, когда не надо, вот когда Жел развернулся, там Бажинарь, там надо просто реализовывать, забивать, а когда надо отдать, мы куда-то бьем, защитника, вратаря, то есть вратарь у них тоже много подтащил, я не знаю, сколько штанг перекладин было, мы должны были больше забивать. Хороший результат для нас как минимум, 3 очка с принципиальным соперником, мы идем по нашему курсу, то есть мы должны набирать все возможные очки, и сегодня, если бы мы их упустили, то это было бы просто горе для нас. Вот, а так парни молодцы, «Крысиная нора», умнички. У тебя сегодня тоже не оптимальный состав. Козлюк, например, который все матчи провел до этого, во всех заявках присутствовал, сегодня не подъехал. Пиндеев, который скорости придает атакам «Крысиной норы», тоже не подъехал. Где все эти люди? Ну, каждый пропускает какие-то игры по своим причинам, у кого-то травмы, кто-то мог забухать, кто-то еще что-то, у кого-то семья, то есть заявка для этого сделана, 25 человек, чтобы приезжали сегодня одни, завтра другие, но главное, чтобы костяк был, сегодня он был, он и, в принципе, этот костяк и принес результат, я очень рад, Расу молодец, опять вышел, забил, опять какой-то для меня момент до этого вратарь уже завалился, просто катив пустые, он не забивает, куда-то с подъема шарашит, а потом в следующем моменте защитника перелетает, он с нулевого угла забивает. Он, конечно, кудесник в этом плане невероятный. Ну, так все нормально у нас. У нас сегодня по составу все было хорошо, не могу в этом вообще никак пожаловаться. Гог, ты, наверное, пожаловаться на состав можешь. Где Адаму, где Беликов? Беликов 9 матчей до этого провел, Адаму 10, во всех матчах принимал участие сегодня. Ни его, ни Елсакова, да, того же самого. Ну и вообще сегодня с составом большие проблемы у «Регионстали». Да, спасибо сопернику, спасибо Климу, да, он все правильно сказал. Все понимают, что происходит. В неоптимальном составе пришли, замен не хватило, 2-3 игрока хотя бы, да. По поводу игроков, которые не пришли, кто-то в отпуске, кто-то там не в городе, кто-то по семейным причинам, человек 5 травмированный, там пару игроков не пустили с другой команды. Поэтому что имеем, то имеем. Играли там до первого гола неплохо, да, потом пропустили с 0-1, соперник сел, дал нам пространство, мы пошли отыгрываться, опять контра 0-2, и на этом закончился матч. А для соперника он мог вообще там 3-4 забивать. Спасибо вратарю моему, да, Никите Максимову. Да и всем ребятам, блин, все равно им тяжело было, видно было на поле. Каждый хотел замены, но старался как мог их подменять. Не их проблема, проблема тех игроков, которые вот, ну, не смогли приехать. Я не скажу, что подставили. Нет понятия такого, подставили. Просто вот не этих эти отбиваются, потом этих не будет, те будут отбиваться. Ну, так пока. Вот посреди первого тайма Орден перешел с позиции защитника на нападающего, ты его передвинул. Пришлось действовать по ситуации или у тебя в целом Орден такой универсальный, которого ты в течение любого матча можешь рассчитывать как на позиции защитника, так и на позиции форварда? Да, Орден такой универсальный. Может было там с Бравчуком цепляться, да, потому что Халиду тяжело уже было, и Храму тяжело было. Вот пришлось ставить глубинных полузащитников сзади, чтобы, так как соперник нам дал пространство, а Шах, Коча и Тёма Лавренко, они из глубины хорошо забегают, хорошо дают проникающие. Старался отыграться быстро, чтобы команду не дезморалить, чтобы у них был дух. Но затем сразу же второй пропустили. Вот, ну, игра закончилась на этом. Не хватает там, да, свежести там чуть-чуть. У нас характера немного сбавили. Вот, поэтому надо наверстать упущенное. Храмов сегодня впервые, да, на Суперлигу приехал, первый матч провел. Как ты его игру оценишь, как оценишь его состояние, ну и почему до этого Храмов не помогал «Регионстали»?
Да, Храм пришел вынужден, потому что нет Адамса, да, и Халид не мог без матча играть. Вот, поэтому было понятно, что человек с работы приехал, как бы то ни было, выдержал его. Вот, одна замена хотя бы, так было бы еще тяжелее, так хотя бы одна замена была. Так благодарен каждому, кто сегодня пришел. Клим, ну сегодня преимущество по владению мячом у Регионстали было там 70-30. Это действительно, то есть изначально вы знали, что соперник будет настолько доминировать в плане контроля мяча, вот как он сегодня доминировал, и причем вполне себе комфортно в этих условиях себя ощущали. Сначала у меня вопрос, а Храмов это пухленький? Который нападающий 31 номер. Пухленький такой. Пухленький. Хороший нападающий, ему надо чуть форму набрать, хороший он вообще в принципе. Да я вообще, владение мячом, катай мяч сколько хочешь, хоть 90 на 10, но... Главное, результат на табло и очки в копилке. Поэтому они хорошо держат мяч. Вообще, в принципе, все команды, которые тренируются, я так понимаю, у вас же есть тренировки года? Ну, то есть кто-то... Мы приезжаем, видим друг друга раз в неделю, играем, расходимся и видимся на следующей неделе. Конечно, мы не можем никакую строить игру. Кто как может, мы по наитию играем. Вот, поэтому пусть катают. Мы достаточно низко до своей штрафной опускались. Дальше мы не давали им даже возможности, грубо говоря, пробить. Потому что, ну, я вот, я не знаю, даже по ударам статистику не видел, но вот только вот, все, что били, то накрывали. Либо мимо в облака били, либо только во втором тайме, там, за 3 минуты до конца Максим подтащил в перекладину. Это был вот хороший единственный момент. В остальном, то есть, пусть катают. Это никакого результата, как показывает практика, им не дало. Спасибо большое, Клим Чигаров, Гогтанаян. Спасибо. Спасибо.